Александр Твардовский. Рассказ танкиста. Был трудный бой. Все нынче как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл его спросить. Лет 10-12. Бедовый. Из тех, что главарями у детей, из тех, что в городишках прифронтовых, встречают нас, как дорогих гостей. Машину обступают на стоянках, таскать им воду ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу. Бой врага был страшен. Мы прорывались в площади вперед, а он гвоздит, не выглянет из башни. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишком он примостился. Столько всяких дыр. И тут к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка. Я разведал, я подползал, они вон там, в саду. Да где же, где? А дайте я поеду на танке с вами, прямо приведу. Что ж, бой не ждет, влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свищут, и только рубашонка пузырем. Подъехали. Вот здесь. И с разворота заходим в тыл. И полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем. Я вытер пот, душила гарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: спасибо, хлопец, и руку, как товарищу, пожал. Был трудный бой, все нынче как с просонку, и только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут, забыл его спросить.